Hello dear students, and today we have got the fifth lesson on the topic Hobbies and Leisure. Здравствуйте, уважаемые ученики и ученицы, и сегодня наш пятый урок по теме хобби и досуг. И в рамках этого урока у нас с вами чтение текста и знакомство с новыми словами по этому тексту, что касается хобби в Казахстане. Для начала познакомимся с новой лексикой. Она есть у вас в книгах на страницах 150-151. Давайте прочитаем, как это произносится. Вы же можете повторять за мной и запоминать чтение. Birds of prey. Birds of prey. Хищная птица. Breathtaking. Breathtaking. Захватывающий, изумительный. Breeding program. Breeding program. Программа разведения или размножения. Bright. Bright. Яркий. Или же блестящий. Conqueror. Завоеватель, покоритель. Conqueror. Следующий глагол. Dive. Dive. Нырять. Соколиный охотник читается как falconer. Falconer. А охота, соколиная охота, это слово falconry. 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 Полет. Flight. Flight. Пристальный взгляд. Gaze. Gaze. Это слово может быть существительным, а может быть глаголом. Gaze. Следующее слово – индивидуальность, своеобразие – identity. Identity. Изобретение – invention. Invention. Национальный – national. National. Гордый – proud. Proud. Возвращаться – return. Return. Заповедник – sanctuary. Sanctuary. Взлетать. Soar. Soar. Долгий звук О. Символ, эмблема читается как symbol. Symbol. Снимать, удалять. Это глагол take up. Take up. Take up. И, к сожалению, последнее слово здесь дано с ошибкой, потому что wingspan, wingspan в ваших учебниках, это размах крыльев. Wingspan. А теперь повторите эти слова еще раз, поставьте видео на паузу и прочитайте их. В процессе чтения текста под аудиозапись обращайте на них особое внимание. Запоминайте их значение в контексте предложений в тексте. А сейчас вам будет представлена аудиозапись, на которой звучит текст «The Flight of the Steppe Eagle». Let's start. The Flight of the Steppe Eagle. It is one of the most breathtaking sights you can ever see. An eagle is soaring up in the bright blue sky. Suddenly, it dives at up to 120 miles an hour before returning to the falconer's hand. In its sharp claws, it carries a rabbit. This is the Kazakh steppe, and this is the sport of falconry. Falconry is said to be over 10,000 years old, and even came before the invention of writing. Genghis Khan, the 12th century conqueror of Central Asia and China, had lots of birds of prey as well as falconers to take care of them. In Kazakhstan, falconry is very popular, especially with young Kazakhs who want to take up something traditional. There are schools of falconry and sanctuaries with breeding programs for endangered birds of prey, such as the Saker falcon. Kazakhs, though,
prefer the steppe eagle with its 6-foot wingspan and proud gaze. It's no surprise that this noble creature is a symbol of Kazakh national identity. И чтобы закрепить слова, которые мы сегодня запомнили, выполните упражнение 4. Ваша задача – дополнить предложение данными словами. Breath – taking, bright, popular, dive, returns, proud. Ставьте эти слова в подходящие по значению и смыслу предложения. Основной целью этого урока было запоминание новых слов. И вообще тексты являются замечательным инструментом для пополнения вашего словарного запаса. Вы должны смотреть на них именно так. То есть, читая текст, наша задача выхватить из него как можно больше слов и использовать их в своей речи. Если вы считаете, что вы недостаточно хорошо запомнили слова, то можете без видео с помощью словаря просмотреть данный текст еще раз. Well, our lesson is over. Thanks for your attention, guys, and goodbye.